Добрый вечер. В эту среду в Латвии сохранится сухая погода. Завтра весь день будет легкая облачность, и после обеда она рассеется. Температура воздуха в ночь на 30 августа составит от 7 до 13 градусов тепла. Во второй половине дня столбик термометра будет на отметке от плюс 20 до плюс 25 градусов. Днем усилится юго-западный ветер, и его скорость составит от 4,7 до 14 метров в секунду. Теперь о погоде в столице. В Риге предстоящей ночи температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Днем ждем до плюс 25. Весь день будет переменная облачность. После полудня усилится ветер. Медицинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде все. Всего доброго и до свидания.